Разъемы, блядь. Нахуй мы тебя бимить начали. Что, ебаная, блядь, магнит для пуль. В хорошем смысле этого слова. Если бы умер я, это могло кончиться гораздо более ебано. Что с ПК у тебя ВКЗ, насколько хорошо стреляешь слева. Срали мазали. Зависит от рандома в большей степени. Ну тут краб очень зря шел. Без него хз чё был. Да там эти ребята, которые со снайперок стреляли, это самые сопли были просто, которые нихуя, блядь, да, толком не попадали. Попадать хуй с ним, они тупили жесть, выползали на картонах. Ну, да, да, именно. Мы выпускающие не люди. Зато уже, блядь, они просто вот, короче, говно из жопы. Мантишь как тварь, они берут, попадают нахуй, два хедшота дают, и потом еще мудак на тебя влетает с прыжка. Ща, охуительно, блядь. Этого отряда надо было быстро закончить. Обычно в свою дверь. Не знаю, наверное, очень дальше. Только обычно ты у меня всегда эту дверь пиздишь, поэтому я в нее не прыгаю. Да ты, блядь! Охуитель! Это лучший, блядь, нерек, который мог произойти. Лучший, блядь. Чтоб ты понимал, я стреляю в челика, наношу ему 90 урона, потом наношу ему 100, и в этот момент он в подкате спустя секунды две подбирает фиолетовую броню. Да. И у него регает по мясу, но регает не по мясу. Ну, зарегал по мясу. Потому что когда я ему броню снял, у него мясо кончилось очень быстро. Синку видишь? Тут и вообще второго уровня. Я заслужил, так это энерго. Уже лечусь. Окей, nevermind. Я, правда, все тяжи спиздил, но... Я ж сярик скинул рядом. Блин, там энерго как раз валяется. Мне хоть кушу. И здесь энерго. Быстрее, быстрее, еще быстрее! Вентиляция и топать к тем чувам. Ну, на машине стоит. Чё там, 2 ивена какая-то очень странная идет у нас. Не знаю. Ну, я туда пешком постреляю. Ну, я уже за машиной пошел, поэтому... Может, дойду до конца. Обожаю такие амигос. Прокатимся. Давайте в темпе. У нас всего минута кольцо в двух ногах. Да, там, там эти, видишь. Мне уже скучно. Нужно крышу забрать. Они наезжают на тачке. Или они просто... А-а-а. Так они не сухо, да? Вон там. Угу. Чё это оно наверх поднялось?
Там двое, они как бы это просто мацанулись. Ну да. Что делаем? Точку они бросили. Да, но они уехали туда. Ну уж они здесь точку бросили, пошли куда-то, да. Ну туда они на этом, на джампаде ушли. Ну и на своей, на этой хуйне на кушке. Нет, они все еще здесь. На крышу он там. Туда закинул. И то залетело. Пробил одного. Это залетело. Пробил. Робот уходит. Направо. Кто свой? Вон там вот она. Одно хп. Робот рядом должен быть. Второй отряд? Робот. Спасибо. Пошел на хп, пойдем Хорезон убьем. А кто у нас эту кино? Да, кошка верно. Убила врага. Я рассчитывал, что он прыг посетить. Ну, чё-то его нету пока. Давай мы дроп заберем, хули. Подзаряжу щиты. Фиолетка. Тут золотая броня. Так, я кинул назад этот надо уходить. Да, я туда считаю. И гонит за нами. Отхеряйся. Да. Упал разочек. У нас сзади. Понял. Уходим. Налево. Потрогай. Синяя броня, это, по-моему, это просто. Да. Одно хапа. Весь вражеский отряд был принудлен. Да, уже идут. Перезаряжаю свои часы. Я не вижу, в другую сторону немного отагрю. Здесь я не очень проколотый. Я только банку всем одну. Одним отрядом гориллов меньше. Ты всех что ли там убил? Да. Опасный. Да. Просто прошел и убил. Особо не убил. Тут гранат. У меня 8. Да, у меня единичек, да, под красной брони. Я могу банки дать тебе. Большие. Мне не нужны. Забирай. Да, я возьму с радостью. Налево? Не знаю, сейчас я быстро докидаю еще говна себе на вентилятор. Там мы здесь тут прожили. Будет интересно. Да, да, прямо гибусская. Вон там даже. Я ее вижу. Ну, да, она меня въебана вот за этой хуйней, короче. Главное, чтобы нам в спину не высрались, потому что тут вроде тоже стрельба была какая-то. Я даже про низу пройду. Он помню. Да, пиздец, они там слышат. Да, глупо не и внутри.
По тем, что выполнил, я думаю. Больше трех отрядов. Бля, ты ушел на сапках. Ой, налево оттягивался. Там отряд закончен. Я на золотом. Долутались. Попал по мясу. И он только что захилял броню свою красную. 0-10. Уходит направо. Они внутри, если что. На скандале. Прям на они, блядь, на очередь. Сломал броню. Почти убил. Ок, все. Внутри еще бегают. Я немножко поднасру. Там один пробитый насмерть. Он по мясу. А, ну ладно. А? Ну ладно. Ну тут просто сколько? Здесь получается 6 складов воевал одновременно. Ну походу так, да. Ну, получается двое там вдалеке с Pathfinder'ом, которого мы убили в начале. Справа трое. И внутри еще кто-то постоянно стрелял. Ну да, здесь дохуя складов убил.